У меня появились новые друзья. Добряк и Кусака. Я вчера опять ловил синичек, и сегодня. Вчера, собственно, поймал одну штуку. Но вчера я ел омлет, поэтому готовить похлебку не стал. Сегодня поймал еще одну. Вот. Хотел сегодня делать похлебку из двух синичек. Двух как раз достаточно на горшок. Но мне так понравилось, что они все время висят в доме, и что с ними нужно разговаривать. И вообще они такие красивые, что я решил их оставить. Вот. Они очень милые и совсем как живые. Ну, это правда, пока они подсыхать не начали. Ну, посмотрим, что будет. Сделать чучела из синичек, я думаю, что мне сейчас не представляется возможным без инструмента, без всего. А вообще синичек я ловлю не от хорошей жизни, просто очень хочется мяса. Кур резать не то что жалко, просто я, в принципе, могу уже резать каждую неделю одну курицу, и мне до конца проекта их хватит. Но жалко их за яиц. Пусть лучше их будет больше, к тому же сейчас зима, они стали меньше нестись, опять ощутимо. Еще, знаете, у меня просто в отношении животных, которые со мной заступили на проект, там, тех же коз или кур. Ну, вот козы, например, да, у меня было 4 козы, из них всего одна была дойная. Казалось бы, для проекта это довольно глупо, да, потому что зачем кормить еще 3 коз, от которых никакого толку. Я просто считаю, что нельзя на проекте как бы жить так, как будто вот он закончится и все. Просто реальный человек там в 10 веке, если бы у него было 4 козы, и одна из них доилась, а 3 нет, навряд ли он стал бы зимой 3 резать, которые не доятся, потому что от них никакого толку. Потому что тогда на следующий год ему пришлось бы очень паршиво. Там и с курами, например, то же самое, да. Короче говоря, я считаю неправильно на отмашь вообще там израсходовать, кончить все, что у меня есть, перерезать всех животных, потому что там в реальности человек это обрекло бы на гибель в течение нескольких лет, скажем так, если бы он так поступил. Вот такие у меня отношения животных взгляды. Такие дела.